И у вас сегодня торжественный, в то же время и несколько печальный день. Уверен, что несмотря на все сложности и проблемы, которые были за эти годы, все-таки, несмотря ни на что, будете вспоминать эти годы с теплотой и любовью. Перед вами открываются, распахиваются двери в будущее. Человек всегда должен думать о будущем. А в такие дни, часы, минуты не думать о будущем невозможно. Судьба судьбой, но многое, если не главное, будет зависеть именно от вас. Поздравляю вас и желаю вам удачи. Но с другой стороны, у хомяков хорошие зубы, у них нет, и не нужно здесь ничего придумывать. И никто никого не душил. Очень легко спекулировать на этих вопросах. Вы знаете, совершенно серьезно вам скажу, без всякой иронии. Вы читали, что там написано? Нет. А вот здесь вот кто...